Обзор прессы на Первом деловом. В популярных украинских изданиях читайте о таком. Лето закончилось, и очень быстро осень вступила в свои права. Одни ушли в отпуск, другие же возвращались на свои рабочие места, полные оптимизма и энергии. И только активисты оставались работать над законопроектами. Безупречных законодательных инициатив априори не бывает. Это всего лишь инициативы, находящиеся сегодня на обсуждении с общественностью. Сами налогоплательщики чаще не готовы тратить свое личное время на наработку идей анализа предложенных инициатив и внесение аргументированных предложений. Поэтому и законы никому не нравятся. А как они могут нравиться, если в большинстве случаев налогоплательщики начинают знакомиться с ними уже после их принятия? Как же может измениться налоговое законодательство в ближайшее время на страницах финансиста? В конце 1960-х, после поражения США во Вьетнаме, Генри Киссинджер сделал предложение Китаю по передаче производственных технологий и инвестиций в обмен на нейтралитет по отношению к СССР. Ричард Никсон подписал соглашение в начале 1970-х. С тех пор капиталовложения в экономику Китая со стороны США превысили 5 триллионов долларов. Но в последние годы темп роста экономики замедлился. Прогноз на 2013-й всего плюс 7,7% ВВП. А зарплаты заметно выросли. В итоге большинство крупных компаний из США планируют вернуть производство на территорию страны. Об этом «Инвестгазета».